Так классно, когда переходишь с серого на этот красный, особенно когда первый раз переходишь, прям падаешь в какую-то другую сферу. Рефаиты низвергнуты сходят с гранитных небес Анат, сопровождающие проклятые единобожники горем. Тех центрифуга сбил, расслоил стерильные зоны чистой власти, территории мифологической депривации, Амалуки Пешуру! Часто! Центрифуга! Свинь! Сильные зоны чистой власти, территории мифологической депривации, Аболуки Шитишварама Аларемати. Восковые фигуры застыли на берегу озера, мертвенный глядец в броне от солнца, рефаиты и свергнутый сходит с гранитных небес Анат, сопровождающие проклятые единобожники горе им, всех центрифугов сбил, расслоил стерильные зоны чистой власти, территории мифологической депривации, Латышский является многоязычным реагентом. Трубящий, гласно, строго, ломаный из вечности является спуски. Экспрессия места является корежек. Описание невозможности является напряжение в стерви. Является многоязычным реагентом. Трубящий, гласно является строго, ломаный из вечности является спуски. вопросы не нужны, там не дозволяется, тут можно. Тут причем есть вопросы, тут все возможно. Серебряный где-то еще валяется. Я белый один возьму. В маске, да? Хорошо, я буду. Пока я вижу шутки, те, которые приклеены, из них делаются культурные агенты. Отлично, читаем. Отлично. Из каких приклеены? Вот эти все коробки? Коробки, вот все это, весь скотч и так далее. Вот оно. Отлично будет. Отлично. Хорошо, все, если стальной где-нибудь начать, а возьму. Давай, давай. Все. На мне была маска, поэтому я ничего не понял. Или нет. Почему вы же много чего могли? Мы могли много чего услышать. Мы могли ее самостоятельно развязаться и самостоятельно снять маску, если бы захотели. Вы могли вообще со мной подраться, например. Понятно. А могли бы пойти там, я не знаю, мешать Ираиде. Могли бы исследовать пространство. Вопрос в том, как... Кто такая Ираида? Что ты делаешь? Композиторка. Ираида Юсупова, которая играла в вашей комнате. Мне интересно, что рисовали на маске, если ты что-то писала. Писала что-то, да. Где-то оно видно, вот у тебя оказалось написано, нарисовано невидимыми чернилами. Что там? Казалось, что очень соответствует с пространством, с самими скульптурами. А седура, вот это действие, которое было произведено, и это некоторое такое действие свободы, на мой взгляд, и это вот есть такое заслуженное, которое я слышала. В этом месте некоторые желания такого освобождения, что ли. Камера сенсорной депривации такая маленькая. Ну и то, что нас тут связали, конечно, тоже говорило о том, что нам должны быть обязаны освободиться. То есть это же было как бы к действию, к действию, да? Да. То есть тебя связывают, ты должен развязываться. Можешь, не должен, можешь, как бы, ты реагируешь на, ну, если уж говорить про терминах, о чем много, ты реагируешь на разные виды власти. Контроль. Я могу эти материалы? Ну, контроль. Да, это тебе подарили, это индивидуально сделано для каждого участника. Вот такой журнал. Да? Участника одинаковые? Разные, я всегда. А я взяла свою разрезанную, да. У меня остался кусочек. У меня теперь останется, да. Да, вот, да. Если вы знакомы, например, с каким-нибудь Валерием Сазаровым, я к нему не знакомлю, я могу сказать, что вполне удачно. Это именно мы про Папа Росков говорили? Да. Значит, сказать, что...